Эта песня написана по тайному заказу Министерства обороны. Вчера заказывали, правда, она ушла, да? Нету заказчицы. Ну ладно. Вот. Для внутреннего использования в театре Советской армии и военно-морского флота секретный текст с элементами взрывной рекламы. Нам для новой постановки стали выдавать винтовки, но ведь я ж не идиот, дайте мне гранатомет. Коль объявлена охота, как же без гранатомета? Винни-Пухи любят мед, ну а я гранатомет. И для сна, и для полета круче нет гранатомета. И в жару, и в гололед лучший друг гранатомет. Нереальная работа гнать с болота бегемота, а навел гранатомет встреч. И где он, бегемот? Даже Гёте в Дон Кихоте думал о гранатомете. Не зря ж пинали он, Фауст зарядил патрон. Лев Толстой в «Войне и мире» знал, как дважды два — четыре. Кто на Русь с мечом придет, всех порвет гранатомет. А студент один со скуки грохнул бабку из базуки. И даже Мышкин, идиот, всюду брал гранатомет. А Чапаев на тачанке лихо пёр на вражьи танки. Как тачанку развернёт, как ранёт гранатомёт. А слыхали львы Армстронга, как он джаз лобает звонко? Обалденно в каждой ноте соло на гранатомёте. В этом сложном мире, братцы, без гранат не разобраться. Медсестра, готовьте йод, к нам идёт гранатомёт. Встану я с гранатомётом у соседского окна. Если кто-то вякнет что-то, слышь, и сразу тишина. Спасибо. На сцену приглашается Волков Андрей, готовится Горбачёва Елена.